Новая дизельная станция должна появиться в 2020 году в Нижнеколымском районе Якутии. Необходимость в новом объекте заключается в том, что в 2021 из эксплуатации выведут Билибинскую АЭС в Чукотке. Она в том числе обеспечивает энергией поселок Черский. И чтобы жители населенного пункта не остались без электроэнергии, там возведут дизельную станцию. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. Билибинская АЭС выводится из эксплуатации. Более того, в январе очень много было отключений со стороны Черского. Практически 10 дней работали на резервных источниках. Со следующего года все-таки нам надо начать строительство отдельного источника энергоснабжения. По всей видимости, это будет дизельная станция мощностью от 6 до 8 мегаватт. По всей видимости, эксплуатирующей организацией уже будет СХ «Энерго».